Защищать суверенитет Украины с оружием в руках теперь могут и иностранные граждане. Президент Украины подписал указ, разрешающий гражданам различных государств служить в подразделениях ВСУ. На данный момент, по неофициальным данным, в различных военных подразделениях около 1500 иностранцев. Среди них профессиональный военный Дэвид, вице-полковник Грузии, форму носит с 14 лет, прошел Абхазию и был в составе миротворческих войск в Ираке и Косово. В феврале 2015 года написал рапорт об увольнении и в марте прилетел в Украину. Несмотря на то, что по закону служить в Украине он не имел права, на фронт все же попал. Вайдар. С профессиональной точки зрения Украина ведет справедливую войну. В 1993 году, в 1992, когда у нас был конфликт в Абхазии, очень многие люди из Украины помогали нам тогда. Как бы возвращаем долг. Вспоминая события у себя в стране, Дэвид говорит, схема у России одна и та же. Только оружие немного изменилось. А так действуют так же, как в конфликтах и в Абхазии, и в Осетии. Используя опыт, вице-полковник учит украинских военных тактики ведения боя, но надеется, что благодаря новому закону сможет взять оружие и вступить в полноценный бой самостоятельно. Правда, сделать это, как оказалось, не так просто. Закон приняли, а схему его реализации еще не придумали. Конкретно оформление конкретных документов еще толку не ясно, потому что законодательство вышло, президент Украины подписал и дал распоряжение Верховной Раде подготовить полностью перечень документов, как это будет происходить. Но если по набору необходимых документов еще непонятно, то по каким критериям отбирать уже ясно. Главное, говорят в ВСУ, чтобы кандидат не был судим. Очень важный момент, что и граждане нашей страны, и иностранцы будут принимать присягу на верность украинскому народу. Еще один нюанс – поступить на службу иностранцы смогут только в качестве рядовых. На управляющие должности их допускать не будут. Платить планируется так же, как и украинцам – 3-4 тысячи гривен. Но пока защищают Украину иностранные граждане бесплатно. И несмотря на запрет, с оружием в руках. Я вообще без документов был. Притерся до группы правосектора. А в цей прифронтовой суматохе невизначеності. Якщо у мирному половинці не ждали ночних атак, то була тривожна ситуація. Дійсно тривожна. І я попав так. Втік на фронт, на передову, і там уже мене було не достати. Міністерські туди не доїжджали, контроля не було ніякого. На решение данного вопроса Порошенко дал Верховной Раде 3 месяца. За это время правительство должно точно определить перечень необходимых документов и начать оформлять иностранцев в ряды ВСУ. Ольга Каличенко, Евгений Клементьев, CitySites.